Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкор Шоу. И сегодня у нас не совсем оперативненько, да, должна была бы вчера еще выйти эта серия, но, к сожалению, чуть-чуть не срослось. Короче говоря, у нас Бенди and the Ink Machine. Бенди и чернильная машина. И вчера, точнее уже позавчера, да, с момента выхода этого видео, вышла глава вторая. В первой главе мы ходили по каким-то странным комнатам и в конце вроде как провалились куда-то, взяли топор, молоток, я не помню что. Так, ВСД, Escape. Ага. Так, телефон у нас. Оп, включаем. Ладно, сейчас разберемся, что. Оркестр, разминочка. Глава вторая. О, моя голова. Что произошло? Ну. Давай. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Ну, похоже, единственное, что я могу сделать, это, короче, не расслабляться и найти выход. Вот у нас топорик. Можно тебя... О, можно тебя взять. Так, ты не разбиваешься. Ты не разбиваешься. Блин, а чё так... Спокойно, а... Волюм нормально, субтитры есть. Аж. Давай вот так вот, да? Ага, хорошо. О. Окей. Ладно. Я что делать? Так, нам нужно найти выход отсюда. Ну, скорее всего, это вот. Там у нас мы попадали в какой-то туннель. О, ништяк. Попадали в какой-то туннель и бежали по нему, прорубая себе путь. Здесь немножко изменили. He will set us free. Он освободит нас. Че, пока не будем меня пугать? Ну-ка. Вот так вот. Нехрен. Че? Ничего. Опа. Это я попил? Дун-дун-дун. Окей, хорошо. Так, это можно... Так, подожди, здесь надо уже, короче, все хорошенько... Он появился из теней. Как святой дождь, обрушившийся на меня. Так, фигура из чернил, которая сияла темнотой. Я увидел тебя, мой спаситель. Я молился, и ты услышал меня. Эти старые песни, да, я до сих пор пою их. Я, короче, поглощу тебя последним объятием любви, но любовь требует жертв. Могу ли я сделать это? Аминь. И он повторил, а я говорю, могу ли я сделать это? Аминь. Так, хорошо. Здесь, короче, надо, видимо, все обыскивать. Фу. Потому что... какие-то у нас баночки появились. А можно хряпнуть? О, хе-хе-хей, ништяк. Какие-то яйца здесь в чернилах. Так, что у нас тут? Нормально. Не подыхаешь? Так, а ты у нас не бег... Фу, ты ж, блин, да ладно. Фу-фу-фу-фу-фу. Ох, ты ж... Ну да, конечно. Уйди нафиг. Так, эти штучки у нас можно подбирать. Ням-ням. О! Что за хрень? Ням-ням. А там... О, можно. Ням-ням. 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 Все съел. Хорошо. В смысле? Я же тебе только что... Оп. Ха-ха-ха, да ладно, вы прикиньте. Жесть какая. Вот это нормально. Так, окей. Нужно запитать эти ворота как-то. Должно быть несколько выключателей рядом. Так, перенаправить энергию на ворота. Подсказка, найди три выключателя. Первый. А, три выключателя, эти три лампочки, да?
Ну, как бы, а вот эта кнопочка не, типа, не хочет. О! Все, я понял. Так, еще одна там была сзади. Окей, а еще одну я не видел нигде. Походу, немножко графику подтянули, то есть она стала такая более какая-то взрослая, что ли. Потому что в главе 1, если я не ошибаюсь, я что-то не стал пересматривать, чтобы вспомнить, что там да как. О! Класс. Так, эту я не находил, значит, та кнопочка у нас где? Рядом где-то была с музыкальным инструментом. Да, вот тут. Подними ворота. Поднять ворота. Врата. А, нет, ты бегаешь, смотри-ка, шифтом. Нормально. То есть по этой чаще ты не хочешь бегать, да? Ну да, и правда не хочет бегать. И прыгать не хочет. Это типа... Так это же просто вода, почему он не может подпрыгнуть? Это даже не чернила никакие, не вязкие. Так, а когда нас начнут пугать? Все, три лампочки все горят, поднять ворота. Вот сейчас нас пугнуть, короче. Пугнуть. Распугнуть. Неплохо. Нет? Найди другой выход. В смысле, новый выход. Ну, типа... Как-то так. Так, музыкальный отдел. Лестница. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of Похоже, here, лестницу I need to find a way затопило. to drain it. Я выберусь там, но нужно откачать лестничный пролет. А как, подожди, а как тебе смотреть? Стой. Как тебе посмотреть? О. Find the pump. Найти управление. Управление этим насосом. Памп. Сейчас мы сделаем памп. Так, ну. Что? Ты ж, мразь! Подожди. Стой. Вы убиваетесь? Убиваетесь. Это с каких пор. Кто? Кто? Где? Где? Тихо. Да где ты? Сколько вас тут? И палки. Класс, у нас теперь появились враги. Так, впервые Джо установил эту, короче, машину чернильную, короче, через наши головы, ну, короче, за нашей спиной. Потом она начала протекать трижды за последний месяц. Мы даже не могли отвезти ее в отдел, потому что чернила затопили всю лестницу. Решение Джои. Подожди. Pump to drain. Так, now I have this ugly pump. Так, теперь у меня этот отвратительный регулятор насоса прямо в моем офисе. О! People. Люди ходят туда-сюда целый день. Спасибо, Джои. Это все, что мне надо было. Еще более отвратительным свой офис, короче, сделать. Это отвратительный мультик. Музыка не напишет себя. А, это у нас какой-то этот. Звуковик. Так, у нас открылось это, но мы не были еще здесь. Угу. Вот, у нас звукозаписывающая студия здесь. Хорошо. Нормально. Я музыкант. А что, на всех инструментах можно поиграть? Это у нас контрабас какой-то. Банджик, это мы уже пробовали. Барабан. А, микрофон тут где-то висел. Нет? Петь не хочешь? Не будешь петь. Так, что еще есть? Все. Окей. Тут мы типа ничего не можем сделать, да? Тихо. Ага, это ноты. Как бы нам тут... Что это было? Что это было? Что это? Что? Ага. Это у нас... Это у нас баг какой-то. Как бы нам тут не пришлось...
играть музыку какую-нибудь наигрывать? Уху. Сломанный у вас орган. Он что-то нифига не хочет играть. Так, тут у нас что? В его офисе... А, вот, кстати, какой-то офис, смотрите. А, подожди. Сейчас. Подожди, если он звукач... Ага, еще одну хрень нашел. Баночку. Если он звукач, то, по идее, вот это его офис с органом или нет? И у него здесь... Да не, хотя нет, это не его кабинет. Почему это его кабинет должен быть? Сэмми Лоуренс. А, вот. Лина. Вот она, да? Получит. Я не могу найти свои гребаные ключи. It's like the... Похоже, что они исчезли в воздухе или что-то типа того. Все, что я могу думать... Это они, возможно, упали into one of the, в одну из мусорных корзин. As I was making my rounds, как я сделал свой последний обход на этой неделе. Я надеюсь, никто не скажет Сэмми. Потому что если он узнает, я потеряю мои ключи снова. Меня отсюда выпрут. Я так понимаю, нам нужны ключи для вот этой шняги, да? But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. Если я смогу убрать протечку чернил, то я смогу войти. Вон там памп-контрол, к которому нам надо добраться. Время верить. Вот этот кабинет его. Хорошо, но нам нужно найти ключи, чтобы туда попасть. Ключи, он сказал, он обронил в мусорное ведро. И, по-моему... Да, блин, это картинка. Вот. Ну, короче, сейчас ходим, ищем мусорные ведра и нажимаем на Е рядом с ними. Здесь нет мусорного ведра. Вот мусорное ведро. Вот мусорное ведро. Не то. В музыкальном, по-моему, не было. А, было. Было. Нет. Здесь нет. О, маффин. Так, это был мой второй месяц работы с Джоуи Дрю, но я могу уже сказать, что я влюбилась в это место. Люди действительно, кажется, наслаждаются моим голосом Элис Энджел. Сэмми говорит, она может быть такой же популярной, как Бенди, она может стать такой же популярной, как Бенди однажды. This past few weeks I have... За несколько недель я озвучила Everything from Talking... cheers to dancing. Короче, на прошлой неделе, за прошлые несколько недель я озвучила все от говорящих стульев до танцующих куриц. Но это первый персонаж, с которым я действительно почувствовала связь. Опа-на. Как будто она часть меня. Элис и я, короче, затусим вместе. Я понял. Вот у нас и первая зацепочка. У нас, короче, тетка сблизилась со своим персонажем. Так, там корзинку я смотрел. Со своим персонажем, и, видимо, что-то пошло не так. Я тут смотрел. Вот еще корзинка. Так. Я сказал сломать. После этого, кстати, поползли черти. Еще корзинка. Да ну ладно. А это что? О. О, подожди, а ты откуда? Тебя там не было. Корзинка. Нифигашеньки. Ух. Ага. Так, каждый день творятся странные штуки. Я буду в своей будке. Группа будет тусить. И случайно Сэмми Лоуренс войдет, маршируя и затыкая все на своем пути. Скажет нам всем ждать в зале. Но потом я услышу его. Он начнет... Он запустит мой проектор. И будет что-то там делать из будки прожектора. Протектор, блин, прожектор. And down the recording. И внизу в записывающей студии
как маленький дьявол будет гоняться за кем-то. Несколькими секундами позже проектор выключится, но Сэмми, he doesn't come out, не будет выходить оттуда долгое время. Этот человек странный, действительно странный. У меня не хватает ума, чтобы поговорить с мистером Дрю об этом всем. Но потом снова. Я должен признать, мистер Дрю... Пикули... Короче, ну, мистер Дрю какое-то свое видение на эту ситуацию. Окей, мы включаем эту штуку. И там он играет, типа, на своих инструментах. Это все какие-то у нас подсказки идут. Так, там мы были. Так, эту корзинку мы смотрели. Вот здесь вот еще мы не смотрели. О, ключики. Привет, я тебя... ломал. Так. Фу, ладно, пока не пугаю. Что это? Что это было? Так, а, ну дверь не смогу открыть. Подожди, а может быть это ключи от этой двери? Неправда. Но здесь баночка. Маффин. Найти... часовню Сэмми. Learn. Сейчас, подожди. Learn Sammy's. Выучить, блин, любимую песню Сэмми. Офигеть. Так, каждая творческая личность нуждается в своей часовне, в убежище. У Джо и Дрю было такое. И у меня есть такое. Чтобы войти, тебе нужно только знать мою любимую песню. Виолончель... Shooters with piercing. Виолончель что-то там бренчит пронзающим голосом. Бас наполняет песней с глубокой артикуляцией. Барабан гремит в триумфе. И пианино деликатно зовет. Спой мою песню, и мое убежище откроется для тебя. Виолончель, бас, барабан, пианино. Ладно, так это мы все там играли. Виолончель, бас, барабан, пианино. Виолончель, бас, барабан, пианино. Виолончель, бас, барабан. Ух ты ж, блин, да ладно. Ты тварь какая, напугала меня, а. Господи, я ж так инфаркт нахрен получу, так вскакивать. Виолончель, бас, фу, блин, я из-за тебя все забыл нахрен. Я знаю, что что-то должен сделать, но мне кажется, я что-то упускаю. Это хорошая подсказка, я даже понял, что. Виолончель, бас, барабан, пианино. Я даже знаю, что ты упускаешь, дружище. Спасибо тебе за подсказку. Этот чувак творил, когда прожектор горел. Нам нужно включить прожектор. И тогда можно творить самим. Виолончель, бас... барабан, пианино. Звукозаписывающая студия, давайте. Так, виолончель. Это у нас, по-моему, что-то типа вот этого. Ой. Бас. Это вот, по идее, вот это вот. Бум. Барабан. Бум. И пианино. Вот это. Нифига, ну это изи вообще. Это изи. Главное здесь все слушать подсказки. Без подсказок здесь вообще не хрен делать. Если вы не знаете английский, то, конечно, в эту игру не сыграть. Потому что тут, ладно, как бы голос не обязательно слушать, но читать это обязательно. Так, это должно помочь. Возвращайтесь к офису Сэмми. Хорошо. Все, к офису Сэмми возвращайтесь. Ты ж, блин. Козел, а? Я тебя ненавижу. Опа-на. А я, кажется, знаю, что сейчас будет. Сейчас появятся грязевые монстры. Точнее, чернильные. Бу! Бу! Страшно? Тихо ты. Да, ну. Тихо. Нифига вас тут. Ребят, тихо. Да. Они просто накинулись все толпой и все. Я надеюсь, я начну не с самого начала, а хотя бы с этого свентиля. Вот это охренеть, ладно. Чик-чик. Так. Короче, гасим этих уродов по сложной тактике.
небольшого контрнаступления. Вот так вот. И тактического отступления. Вот так вот. Четко. Четко. Давай. И вот так вот. Так, там сзади еще куча дерьма есть. Все, дверь открылась. Короче, на этом прохождении все поменялось. У меня были другие инструменты. Ключи оказались вот в этой мусорке. Были у меня, соответственно, банджо, вот эта вот хренька, пианино и барабан. Короче, здесь меняется все. Но кнопочки начально остались на тех же местах. Так, а что надо сделать? А, насос, точно, мы откачали же. Сейчас напугает, смотри, сволота. Опа. Я чувствую... Ну да, конечно. И, оп, вот так вот. Что с тобой произошло? Тебя поломало? Так, можно? О! Что это? Сейчас, подожди. Я не буду на кнопочку нажимать. Время верить. Во что? В насос, окей. Все, иди на лестницу. Но так просто нам до нее добраться не дадут. Вот стопудово. Сейчас будет пугалька какая-нибудь. Твою ж мать, а! Нас... Это Бенди? Это сам Бенди? Ну вот мы. Хорошие, связанные. Нет, мы не будем. Нет, какой-то чувак или... Я должен признать, я поражен, что ты пришел. Я вдохновлен, что ты пришел, проделал весь этот путь сюда. Это делает... But we believe... Но мы, те, кто верит, должны принимать своих спасителей. Подожди. Ты выглядишь знакомым мне. Это лицо. На, не сейчас. Пока наш лорд зовет нас, маленькую овечку, время принести жертву. А потом я наконец-то освобожусь из этой тюрьмы, этого чернильного, темного, бездонного, то, что я зову телом. Шш, тихо. Слышишь? Я могу слышать его. Ползает сверху. Ползает. Я не вижу. Давай начнем. Ритуал должен быть завершен. Скоро он услышит меня. Он освободит нас. Чё, нас-то? Это у нас чернильный какой-то монстр? Бум. Овечка, овечка, овечка. Время спать. Расслабься. Время для кровати. Утром ты можешь проснуться. Или утром ты будешь мертв. Услышь меня, Бенди. А, это не ты, Бенди, что ли? Восстань из тьмы, блин. Восстань и услышь меня. Я призвал тебя, чернильный демон. Покажи свое лицо. Нет, мой бог. Назад. Я твой проповедник. Я твой... В смысле... Эскейп. Убежать от Бенди. Использует топор, чтобы... Тихо. Бежим. На! Я так понял, бежать сюда. Правильно. Бежим. Ломаем доски. Да ломайся ты, тварь. Давай. Ух ты ж, мразь какая, а. Давай. Подожди. Да мне надо бежать, ломайся ты, доска дурацкая. Надо убегать. Тихо. Ну, давай. Ой, а куда топор делся? Был звук... Он сломался, что ли? Класс. Вот! Ой-о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 й
открылась класс. Чё, вот что-то мне это не нравится, знаете, это как-то совсем не, блин, экстремально. То есть я почти начал накладывать штаны от страха, но как-то не срослось, не получилось. Я что-то не... Так, Истриволд.
Не испугался. Ну, видимо, сейчас опять скримак будет. Опять он выползет откуда-нибудь от Бенди. О, я же говорю. Эй, кто-то там? Я знаю, что ты здесь. Выходи и покажи себя. Класс, то есть от этого ты бежал, не боялся. А ты кто? А, подожди, это не тот хмырь, который вначале был с... Борис? В смысле Борис? Конец главы. С раскрытой грудной клеткой в начале, в первой части был. Создана Митли и Майком Мудом. Гейм-дизайн Митли, программист Майкл Муд. Художник, режиссер, сценарист, придумщик персонажей, игровые механики, все Митли делал. Визуальные эффекты, оптимизация Майк Муд. Аудио Митли и саунд-дизайн Рэй Голд. Ух ты, новый кто-то? Смотрите, там Паскаль Клерукс, мюзик. Здесь все по-взрослому, ребятушки вообще разошлись. Это у нас вторая часть, а на выбор там, по-моему, было что-то штук 6. Ну что ж, будем ждать следующих частей. Ну, такая же вот тогда коротенькая, короче, я не знаю, будет ли следующая еще длиннее, потому что первая была еще короче. Это у нас по длине получилось, я уже думал даже заканчивать. Но как-то получилось, что мы ее прошли, все нормально. Уложили серию. Ну и на этом все. Ждем очередных частей Bendy and the Ink Machine. Вот эта вот веселая игрушечка с кровью, которая хорошо сочетается с мясом. Всем большое спасибо. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Bendy and the Ink Machine, да, как я уже сказал. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.